Вот французы есть. Зарядка электромобилей. Ну то беди, там открывается там. Да. Да. Что-то... Вставляете это туда. А как рассчитываться? Автолип. Либю, я не знаю, как там правильно она читается. А вот машинка такая, она имеет эту штучку. А, да, это фирма. Вот катание. Здесь, куда? В зависимости от того, куда ты едешь, даже на русском языке есть. Видимо, русских туристов здесь очень много. В зависимости от пункта поездки формируется цена. То есть это форчики вообще на... В рост моей головы, высотой. Много скутера, я уже говорил. Мы идем к Триумфальной арке. Вот моя витрина. Очень много машин, красивых машин. АЗС прямо посреди улицы, посреди тротуара. Да, 98 и 95. Я думаю. Сколько лит? Евро 44. Это Франция. Отель Балтимор. Красивый балкон и вот еще. Такие домики в Париже, дом Иллюзия. У нас Штамеры дом в форме сердца, здесь дома треугольники. Деревья везде есть. Широкие тротуары, места для парковки. Все есть, все здесь. Вот для велика парковка. Он прикрепляется, кстати. Там можно взять и поехать, я понимаю. На магните? Или как? За деньги. По-моему, или за деньги, или что? Да. Скорее всего, платная парковка. А мне кажется, это общественный велосипед. Вот, смотри, паркомат. Это общественный велосипед. А мне кажется, это сеть общественных великов. Да? Можно брать и ехать, только кстати, надо купить денежку. Надо как-то научиться еще им пользоваться. Надо выбрать язык. Цифра 5. А. Играем язык. Нам нужно English 2. Купить билет. Один. Все выделено. Ждем. Вот цена. Один что-то круг или что? Один мир. Калифауэр. Может, это полчаса? Да. А что такое эл? А, евро, тьфу, господи, один евро. Французская дама с французской собачкой. Такая лисичка. Тротуар такой, такой интересный. Бетон или цемент. Очень ровный. Можно ходить, можно ехать, спотыкаться. Двери, все двери громадные. Сбоку есть кнопочки. Вот выбираете квартиру, куда хотите идти. Ключик, и он открывает. Красиво, солнечно, похоже, как платаны в Одессе растут. Только улицы пошире в Париже, чем в Одессе.
Везде такие двери на таких замках. Вот идет француженка, типичная. Она курица делает губками уй. Уй. А это туристы. Уй. Туристы фото красивые. Ну, немецкие туристы. Это только для автобуса. Бачишь, Вась, автобус заезжает. Да? Куда? Машины там не ездят. Так перестроиться такси. Автобусы и вот. Велосипедисти їздять тільки справа. Написано bus and велосипед. Велосипед. Вова говорить, що дуже красиві дома, для домов дорогі машини. Ну, смотри, самий останній Мерседес. Він працює, чи ні? А, друга машина. Вот Мерседес. Такси. 2 євро гамбургер. Герань растет и в Париже. Герань вы видели в Польше, герань вы видели в Дрездене. И в Украине тоже есть герань, и в России тоже есть герань. А дерево, это у него листочки, как у клёна. Покажи велосипед. Я уже не первый раз такое вижу, не знаю, это воруют в колеса или что? Нет, это после аварии, потому что они... А что на улице? Согнутые. Мы приближаемся к Триумфальной арке. Кто смотрел так, фильм «Такси», вспоминайте, как здесь гонял сами Насыри. Красиво, пафосно и дорого. Это ресторан. Ля Пенинсула, Париж. А краник стоит, даже глазами не двигать. Я мимо него иду, а он так как стеклянный, застыл. И глазами ни вправо, ни влево. Какой классный материал, дорогие. Вот плитка гранитная, это какой-то мрамор, по-моему. Он стоит, Rolls-Royce делает. Вообще. Вот тоже какой-то метрдотель. Круче некуда. Да, да, да. Вот тоже какой-то... Харлет. Смотри, наверху деревья. Посмотри на крышу. Видишь крышу? Вижу. Я буду делать панораму. Такая широкая улица. Очень широкая улица. Вот туристы едут. Ну не туристы, это местные. Скорее всего. Пять звезд. Машины ездят только посредине дороги. По вот этой первой полосе машины ездят, здесь ездит автобус. Бранденбургская Триумфальная арка. Там опять куча туристов, наверное, пятного негра. Деревья высокие, длинные. Это платан, по-моему. Это не платан, в Одессе тоже такая кора. Позже здесь. Вход передняя дверь и выход средняя дверь. Средняя сразу закрылись, передняя открытая.